Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на гэгдропчик. У меня на бальке 20 673 рубля. Этот баланс у меня остался с прошлого видоса. У нас там был вроде как балик 17 тысяч. Я поднял плюс 3 тысячи, у меня стало 20 тысяч. В принципе, плюс 3 тысячи подняли за прошлый ролик. Сегодня, надеюсь, мне гэгдропчик будет выдавать еще лучше, чем в прошлом видосе, потому что плюс 3 тысячи это неплохой результат. Но мы же знаем, гэгдропчик он может выдавать намного лучше. Ладно, полетели МК против калашей со старта 5 штучек на 7 тысяч. Это уже традиция, начиная с этого кейса. Но в прошлом ролике меня вот этот кейс сильно расстроил. Он меня очень жестко не окупал. Сейчас вроде как... Ну, можно прямо завода подавлять. 5800. Это какое хорошее начало. И вот-вот на 3 юмпа... Юмпа вроде, да. Дикое дитя. Еще 5 штук на 7000. 826. Так, галильчик неплохой, 3600. И последняя 729. Но это плюс, но очень маленький. 7012. Открываем мы на 7000, считай. Ну, то есть, сколько я здесь поднял? 5 плюс 12, 17 рублей я поднял. А слил я больше. Вот, 2200. Сейчас дикое дитя прямо с завода, отлично. Но дальше идет опять дерьмо полное, да. 5400. Я говорю, вот этот кейс что-то перестал меня, на самом деле, окупать жестко. Я не знаю, что с ним случилось, но он прям реально стал каким-то плохим. А раньше он выдавал хорошо. Но я попробую сейчас еще разочек. 1600, ну вроде неплохо идем. Вот это хорошо, 2100. И последняя, 1660. Ну плюс косарик, ладно, еще 5 штучек. Вот теперь точно последний. Если меня сейчас сольет, то я сегодня этот кейс точно не буду больше открывать. Я думаю, надо паузу сделать, дня 2-3. Его вообще не трогать, потому что, мне кажется, я с него уже слишком хорошо окупался. Да, из-за этого он перестал мне выдавать. Давайте тогда в этом кейсе сделаем паузу. И сейчас попробуем открыть Раши или Рашби 5 штук на 10 тысяч. Ну надо прям вначале рискнуть, ну прикольное будет начало видоса. 1300. Ой, как плохо идет. Как отвратительно идет. Ну, можно по 200... По 250 не падает. Так, начало видоса у нас, ну, не то чтобы задалось, на балике 12 тысяч. Я бы сказал, начало видоса отвратительное. Может, магически меня сейчас засейвит? Ага. Да, начало ролика у нас так себе. Еще 5 штук Раше или Рашби полетели. Но надо рисковать. Я хочу начать ролик хотя бы в маленьком плюсе. Ну, или хотя бы в нуле. Уже хотя бы в нуле. Но вот сейчас, если 4000 предатель стоит, 1200, ну 10-100, плохо, еще 5 штук. Я думал, мне ножик упадет, он так меня забайтил. Да не, ну одно дерьмо падает. Не, хотя, не, неплохо, в конце более-менее насыпало, 12 тысяч. Ну, понемножечку что-то как-то камбэкаем, но... Все равно так себе, если, ну, если быть честным. Так, вот, 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 сейчас идет очень хорошо. Сейчас идет отлично, 2200, еще галил. Вот сейчас 18500, так... Каким-то чудом мы все камбэкаем, мы продаем на балике, у нас 20 900, а было в начале 20 600. Мы даже выходим в плюс на 300 рублей. Я честно в шоке, мы сейчас за минуту сначала чуть ли все не слили, а потом за минуту все камбэкнули и вышли в маленький плюс. Но такие качели меня пугают в ролике, честно вам скажу, обычно они ни к чему хорошему не приводят. Но ничего, ладно, зато начали в плюсе, ибо как ролик начнешь, так его и закончишь. Мне эта поговорка почти всегда работает. И мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на гэгдропе, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с киваса, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1110, вы со старта будете в хорошем плюсе. А также можете зайти вот сюда вот к акциям, перейти в скинопад, и вот здесь за каждый задепозитенный рубль вам дают 1 спипоинт. Вы эти спипоинты можете обменять на рандомное оружие. Вот у меня есть 11000 спипоинтов, давайте обменяем. Здесь открывается такой кейсик. И мне падает MP9 гидра за 4300 рублей. Это где-то плюс-минус плюс 40. Это где-то плюс-минус плюс 40. Короче, это плюс 40% к пополнению примерно. И как раз в среднем эти спипоинты они выдают где-то от 30 до 70% к депозиту. Если сильно повезет, можно сразу будет X2 сделать к балансу и залутать плюс 97%. Плюс 85%, плюс 114%. Но тут как повезет, парни. Бывает, что иногда 34% выдают, 43%, 13% тоже бывает. Короче, в среднем от 30 до 70%, но меньше промокодов, меньше 11% мне ни разу со спипоинтов не падало. То есть вот это очень жесткая халява. Еще у них есть битва поколений, вы можете открывать CSGO кейс или CS2 кейс. Если выбиваете какой-то топовый дроп, то поднимаете таблицы лидеров и за это можете забирать всякие халявные призы. Мне падает 347, кстати, я купил. Кейс стоит и этот, если что, 150 рублей. Ну, здесь написано. Еще у них есть барабан бонусов. Первый раз крутитесь, просто регайте по моей ссылочке в описании под видео. Второй раз по этому же промокоду. Еще вот здесь у халявы тоже можете забирать. Так, ладно, полетели открывать кейсики. У меня на балике уже 25 507 рублей. Кстати, уже неплохо поднялись, плюс пятерик. Но это в основном благодаря SP-поинтам, потому что в начале в кейсах мне не особо выдавало, хоть и выше в плюс, но маленький. А я хочу еще раз попробовать, наверное, магический кейс открыть, потому что есть ощущение, что сегодня этот кейсик мне должен выдавать.
Ложное ощущение. Так, хорошо, давайте попробуем. Если нам сегодня не выдают М-ки против калашей, мне давно, последний ролика 3-4, если брать позу пред... Короче, последний ролика 3-4 мне взрывной не выдавал, а М-ка против калашей кейс выдавал. Может быть, мне там забрали окупаемость, а здесь повысили, кто знает. Давайте попробуем. 3 штуки на 9600. Так, первая. Ага, 1100, 3500 и последняя. 8300. Нет, да, отлично, 13000. Отличное начало. Давайте еще 3 штуки. Начало, правда, отличное. 2400, авик хороший, 4000, вот здесь от качества зависит, 1800, ну среднячок, не жесткий минус, но можно лучше, еще 3 штуки. Так, P90, 2400, элитное снаряжение, 4800, и юмпламя, 2500, ну 9800 мы в нуле, еще можно 3 штуки. Ну, кстати, на самом деле он лучше выдает, типа, если брать, ну, я накаркал, что тут лучше бы я заткнулся. Дерьмо он выдает полнейшее, просто полнейшее дерьмо, мы у нас опять на балике 20000. Так, хорошо. Вакбан, вот сюда. Ну, 4200. Так, давайте попробуем апгрейдик. Я, кстати, хотел себе сегодня честно вывести дигл поток информации, потому что у меня весь сет поток информации собран. Получается, у меня есть USP, ESCA. ESCA, кстати, самая дорогая, 20 тысяч стоит. И теперь остался дигл. Дигл поток информации сколько вообще стоит? Так, это USPIC, он у меня есть уже поток информации. Я его на стриме выводил. Мне нужен дигл. А сколько вообще дигл стоит? Давайте посмотрим. Так, поток, надо по-русски писать вроде здесь, поток информации. Возможно, поток информации, не, ну он дешевле не стоит, возможно, надо писать по-английски. Да, вот, поток информации, дигл, здесь надо по-английски писать. Так, вот можно вот такой какой-нибудь за 7000, ну, статрековский еще, кстати, да, за 6900 было бы отлично его вывести. Можно даже вот такой, за 7600 он, наверное, не статрековский, но качество будет очень хорошее. Давайте вот такой попробуем сейчас выбить. Если получается, то я его вывожу, полетеря. Давай, 7600, хочу дигл, и апгрейдик мы выигрываем, отлично, мы еще сегодня на вывод ставим 7600 рублей, вот так вот запрашиваем, и теперь получается у меня полный сет поток информации собран, если я не ошибаюсь, но вроде у меня, да, и USP, и M-ка все есть, USPIC есть, M-очка есть, да, мне только дигл остался. Только дигл, он сейчас придет мне. Так, но мне, если что, на телефоне придет уведомление, когда залетит трейдик, то сейчас можно пойти другие кейсики пооткрывать, пока мне... А, кстати, уже пришло уведомление. Вот он, дигл, поток информации, сколько он стоит в стиме, мне интересно. Тот, наверное, был статрековский, но мне кажется, закалка. А лучше не статрековский, но не закалка. А что со стимом? Да, все, отлагало. Принимаем дигл. И сколько он стоит в стиме? В стиме ты стоишь 7021, а выводили мы за сколько? Мы выводили за 7600. Слушайте, обычно это в обратную сторону работает. Я что-то с гагдропа выводил какой-то скин за 5000, он стоил 6200 у меня в стиме, а тут наоборот. Неприятненько, ну ладно, зато у нас полный сет поток информации собран. Вот это зато реально приятно. Ладно, полетели дальше открывать кейсики на балике 16700. Надо сегодня в идеале, вот, чтобы мы вывели дигл и при этом еще подняли чуть-чуть баланс от того, что было в начале. То есть там 21 тысяча, например. Будет прям максимально приятно. Это мы, получается, поднимем плюс 8 тысяч за видос. У меня, кстати, тут открыты все бесплатные кейсы. Давайте с них заберем халяву. Тут еще, пацаны, бесплатные кейсы открываются постепенно. В зависимости от того, насколько вы открыли платных кейсов. Мне падает патч вой. На самом деле, недорого вроде, да? Ну да, 2300 для элитного, ну, неплохо, да, 2300 вроде нормально, но элитный может лучше выдавать. Обычно, в лучшем случае, он выдает от 4 до 5 тысяч, в среднем от 3 до 4. Тут 2300, сами понимаете, так себе. Так, но платиновый выдает скоростной зверь, а вот скоростной зверь, это вроде для платинового, 1500 для платинового, это отлично. Давайте сейчас попробуем, maybe еще раз магический. Не знаю, почему-то верю в этот кейс, хоть он меня и сливает очень много уже. Но вот я, вот этого я и ждал от этого кейса. Отлично, вот это нас просто, ну, все, что мы потратили на магический кейс, отбивает и сверху выдает еще 5109 рублей. Просто отлично. Еще один кейсик на халяву, который стоит 1250 рублей. Но этот кейс, я знаю, он или выдает рублей 100, или 1003. Тут как повезет, то есть у него очень большой разброс. Или хороший окуп, или очень жесткий минус. Тек-опустошитель от качества зависит. Ну, 881, кстати, ладно, я, походу, был неправ, 800 рублей тоже падает. Но неплохо, на балике 27 тысяч, это с учетом, что мы еще вывели дигл за 7 тысяч. То есть, так-то у нас уже было бы 34 тысячи, и мы подняли, считай, плюс 14 тысяч, отлично. Так, я хочу еще попробовать пооткрывать еще взрывной, просто порисковать. Хотя, можно вот VIP Colors пооткрывать, новые кейсики дорогие. Да, давайте, наверное, попробуем какой-нибудь зеленый за 8888, одну штучку. Хочу прям рискнуть. Давай, ну, блядь, ну какой ледяной уголь? Ну он никакой не будет стоить 8000, 4100.
Короче, ладно, давайте продадим. У нас на барике 22 тысячи. Это с учетом, что мы вывели дигл. То есть мы сегодня, считай, подняли там как раз 700 ссыл. Короче, около десятки мы сегодня подняли. И я предлагаю на этой прекрасной ноте как раз заканчивать ролик. Мы сегодня пооткрывали много дорогих кейсов. Вначале почти все слили просто в ноль. Потом камбэкнули, вывели дигл. И еще и подняли сверху баланс от того, что было в начале. То есть получился просто идеальный ролик. И, мужики, напоминаю, все, кто хотят покатать на гагдропе так же, как и я, вы можете при пополнении ввести этот промокод и получить плюс 11% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. Скивасы, карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей. На балике получили 1110. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также не забывайте про SP-поинты, биту поколения, барабан бонусов, бонусы. Короче, халявы на сайте много. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика. Я считаю, за такой видос точно можно, потому что дигл вывели, подняли балик. Ну просто красота, ну согласитесь. Все, парни, всем удачи, всех люблю.